15 ноября – День памяти священномученика Константина Юрганова. «Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь». Будущий священномученик Константин родился 26 декабря 1877 года в семье коллежского асессора. По окончании Пермской духовной семинарии в 1900 году был рукоположен в сан священника. Отец Константин до самой революции служил заведующим церковно-приходских школ и законоучителем. По служебном списке отца Константина Юрганова имеется следующая характеристика. Поведение отличного, в проповедовании Слова Божия усерден, в катехизических и внебогослужебных бесед по очереди с прочими священниками ведет неопустительно. В 1916 году у священника умерла супруга, оставив 4 детей. В июне 1918 года отец Константин вместе с клириком крестовоздвиженского храма села Серга и с 24 прихожанами был арестован большевиками за бумажный протест против отобрания церковного имущества. Всех арестованных заключили в Пермскую тюрьму. Спустя 5 месяцев заключения по решению суда оба священника и 9 прихожан были приговорены к смертной казни, а остальные к разным срокам принудительных работ. Приговор оканчивался словами: «Приговор должен быть приведен в исполнение в 24 часа и обжалованию не подлежит». На приговоренных прямо в суде, не стесняясь присутствующих, набросились красноармейцы и начали срывать одежду, оставив их в одном белье. Потом их повели в семинарский сад. Спустя короткое время раздались выстрелы. Послышались стоны казненных и хохот красноармейцев. Священников погребли в семинарском саду вместе с другими жертвами. По занятии Перми отрядами армии адмирала Колчака братские могилы в саду Пермской семинарии были вскрыты, тела священников извлечены. Извлеченные тела мучеников были изувечены. По свидетельству очевидцев, прежде всего, все раздеты почти до нага. Головы у всех размозжены, у некоторых, кроме того, большие колотые раны. Отца Константина похоронили на одном из кладбищ Перми. Священномученик Константин Юрганов прославлен в лике святых новомучеников и исповедников в августе 2000 года.